Всем здравствуйте, с вами Руслан Дорова, и сегодня мы играем на сервере Minecraft прятки или Hide and Seek, и сегодня со мной Влад. Я. И Игорь. Здравствуйте. Вот, так, все, 15 секунд, и сейчас мы будем... 15, 10. Но, точнее, доделаны. Давай. Ребята, с нами рейнджер. 2, 1, go. Так, я доска. Я не доска, я этот. Шкаф? Нет, я. Кстати. Ой, дурак зашел. Кто ты? Короче. Нифига, меня точно найдут. Я. Я тоже заборчик. Я нашел хорошее место. Это кто тут возле меня? Какой-то заборчик бегал. Нет, это не я. Я запрятался, короче, в одном. В то же самое место, кстати, побежал, но пока я заборчик. Я такой модный, и доска на голове. Все, все, так. Сикер вышел. А, вообще заборчик. Я запрятался беспалевно, меня, по идее, не должны найти. Меня тоже не должны. А ты, так, кто из вас кто? Я доска. Заборчик. Я заборчик. Окей, вы два заборчика. Заборчики рулят. Воу, вы обидели чувство доски. А ладно, нормально, доской тоже можно спрятаться, прилично. Но я спрятался. А если бы булыжник был, то тем более. Так. Через 20 секунд вроде должны дать ключок. Ага. Так, тут возле меня бегает какой-то. Возле меня бегает, хоть бы не ударил. Фух. Так негде. Он убил возле меня книжную полку. Он убийца, он моего брата. Нет. Брата моего убил. А вот меня вообще не понял. А вот возле меня прям бегает вот тот рейнджер розовый. Давайте друг друга не убивать. Да, хорошо, окей. Если что, ну, скажешь. Он тупо на меня мечом толкнул, и меня просто не нанесся урон. Не, у меня так, короче, чувак меня бил, но не попадал. Вот, и он тоже. Я стоял. Фух, да. Я так застримал, когда он на меня... О, у меня меч. Давайте... Забор выкину. А давайте потом однажды просто пойдем все втроем и затаскаем какого-то чувака. А, блин, забор не взял. Мы один раз убили одного так с друзьями. Вещами. Так. Так, все, я тут стою. Хотя хочется куда-то побежать, скучно стоять просто. Там Бэтмен какой-то, блин, маски, я боюсь, он меня заметит. О, заборчик прыгнул. Ты, кто в воду прыгнул? А давайте все встретимся в воде. Подожди, тут чувака на меня смотрит. Ну да, вообще, да, нас заметит. Там Бэтмен сраный. Назовите свои координаты, может, мы недалеко. Давайте. У меня минус 45, 11. Х 18, Y 77, Z 3. Да ладно, мы с тобой далеко, а ты где? Нет, я недалеко от этого. Ага, ясно. Вы в ту сторону. Заборчик, это ты бегаешь, тут в дом забежал. Нет, не я. Игорь, ты просто заборчик пробежал у меня. Прям беспалево. О, опять бегает. Фух, меня Бэтмен прошел. Боже мой. Это прикольно. Я до сих пор никого не... Вы просто побежали в ту сторону, в которую я не побежал. Ладно, была не была, я бегу к вам на сторону. Блоком. Ты к фонтану бегишь? Беспалевный, да? Я прямо в углу кручу. Я бегишь к фонтану. Я пробежал мимо фонтана и бегу... Я вижу, тут куб, доска идет. Это я. Где вы? Это он бегает. Где вы? Нужно направо было свернуть. Где? Тихо. Остановись. Куда идти? Стой, я тебя вижу. Посмотри. Я сейчас пройду. Эй, ты где? Смотри, видишь заборчики? Там один заборчик есть, а второй нет. В какой стороне? Куда мне идти? Слева. Я вижу, оно кто-то двигается, заборчик. О, вот тут? Вот я заборчик, это я. Привет. А где мне? Как мне? Побежали. Я не знаю, я здесь спрятался. Все, окей, все. Окей. А блин, мне, ты вдруг звонит. Тут стал. Да запалят. Оба нас. Еще звонит. Я не могу. У меня два заборчика есть. Давай затащим их. А ну-ка пошел отсюда. А ты скинул воду? Да. Блин, я не знаю, где мне спрятаться. Он в наковальне бежит. О, смотри, как я беспалевно запрятался. Я тебя не вижу. А я сзади тебя. Я такая доска наверху. Ребята, я жив. Ай-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Видишь меня, нет? Нет, за мной бегут. Я в воду. Так, значит, я не с тобой тогда встретился, чувак. Ты со мной встретился. Видишь меня? Чуваки, за мной бегут. Нет, сейчас нет. Видишь, я сзади тебя такой... Помогите.
Кто-нибудь, а, пожалуйста. Вали, вали. Я вижу, как за тобой бегут. Давай, поднимайся. Вали. Ты видишь его? Он срочно убегает. Ты видишь, как он бегает? Да-да-да-да. Ты что, мне все звонит? Кстати, ты должен... Занят, я проиграю. За мной бегут до сих пор или нет? Тут бегают вокруг меня 5 человек, я сейчас... О, боже, ты посмотри, видишь, сзади тебя такое, такая доска стоит наверху беспалевная. Это о, я. О, за мной еще бегут. Тебя бьют, вали, вали! Я. Нет, да, я говорил Игорю. Блин! Я вообще беспалевно спрятался. Так я тупо так палевно стою, и меня никто не бьет. Я вообще, я весь заборчик спрятался в воде, короче. Какие-то странные эти ребятки, они, блин, кто беспалевно стоит, ты, ты видел, как я стояла? Я доска такая. Меня, походу, нашли. Меня, походу, нашли. Я вижу тебя, Игорь. Меня убили. Я вот где был. Игорь, подойди ко мне. Пацаны, где? Короче, давайте вот, я сзади, с вами встретюсь. Пацаны, я с вами встречусь, скажите свои координаты. А ну-ка пошел отсюда, вон! Ах ты какой! А, за мной бегут! Убегай! Чего так ору? Убегай сейчас. Я в воду прыгнул. Так, воду? Я как раз ищу. За мной куча... Я тебя вижу, вон он. За мной куча... Все, закончилась игра. Фух. Мне 40 токенов дали. Так, мы снимаем второй раунд, сейчас со мной только Игорь. Да. Так, один наш чатник. Ах ты, ночь такой. Классно. Надо было все-таки себе волосы подрисовать, ладно, потом. Лысый совсем. Хоть немного подрисуй. Вот этот алмазный блок похож. Какой-то слайм синий. А где его слайм был? Можем потом снять, если захочешь. Ой. О, все, короче, я ковальня, а ты кто? Ты наковальня, я этот... Я наковальня, сейчас стою тут возле сундука, не убегай, давай вместе будем ходить. Сейчас, где сундук? Я такой двойной сундук, и там наковальня не в тему стоит. Не в тему? Да, возле, прям возле фонтана. Я на тебя, вот возле тебя, ты стоишь на трех наковальнях, да? Нет, я стою, там не в тему вообще одна наковальня стоит. Где сундук? Блин, не вижу. Короче, я уже стану на трех наковальнях. Я стал на трех наковальнях, потому что сейчас нас убьют. Ой, сейчас меня запали. Меня уже запалили, похоже. Что делать? Что делать? 3, 2, 4, 3, 2, 1. А ты кто? Дуб. Так, где бы спрятаться? Где бы спрятаться? Меня ударили! Все, меня убили, капец. Теперь я буду сикером. Окей, ты дуб. Окей, буду знать, кого убить. Блин, ну слой, прикинь, я выпал из мира, это как? Ты тоже сикер? Ты тоже сикер теперь? Да, да, все, валю. Сейчас будем вместе ходить. О, привет, вот ты. Вот, привет. Все, погнали. Ай, у меня опять клавиатура перестала работать. Боже, надо батарейки поменять, 2 года не менял. У тебя это беспроводная. Как это? Нет, беспроводная, да. Короче, давай сейчас мы их затащим. Все. Я примерно знаю теперь, какие нам места. Надо найти 13 сикеров надо найти. Я убил наковальню. Или нет, не я убил. Стоп, где-то я там. Вроде немного. Вот я нашел. Или нет. Давай, иди-ка ко мне. Нет. Пофиг, я, короче. Тихо, ФПС, все нормально. Что ты на том острове? Да, я вот тут, вот. Еще раз позову тебя еще на ультра-хардкор. Мы снимали, кстати, вчера за ультра-хардкор. Окей. Так. Там, если захочешь, посмотришь на канале. Там целый сезон. Я видел. Какой ты смотрел часть? Я смотрел, я не знаю, это вроде ультра-хардкор. Хардкор был. Это когда вы нашли какую-то огромную пещеру. Я не помню даже это. Нет, вроде как вчера мы не находили. Когда ты это смотрел? Вчера. Ясно. Когда вечером? Нет, ну, около вечера, часов 5-6, может. Или может я... быть, это я не знаю. Мне в память пропала. Боже. Так. Так. А! Черт. Тут нету, здесь нету вроде. Умрите! Черт, у нас осталось всего 170 секунд. Мы должны их найти. Просто обязаны. Заборчик, блин. Я вот не понимаю, как можно понять, когда шипит вот эта штука? Я не знаю, это вроде как, мне говорили, то ли это далеко ты от них, то ли наоборот близко. Тоже понимаю. Или близко, да. Вообще не знаю тоже. Шипение вот это. Так, что-то я тихо разговариваю, будет плохо слышно. А там было как, с кем мы там втроем играли, когда ты смотрел? Да, ты втроем играл, один чувак такой был, знаешь, у него... Дарк был, и Лимзор был. Вы в лесном биоме появились.
В зимнем? Да. О, да, это она. Я уже сегодня вторую серию залил. Понятно. Там, короче, всего 6 серий получилось. Ну, короче, ультра-хардкор это там... Если ты умер, то все. И там изменен крафт золотых яблок и всего. Ну, короче, интересно там было. Понятно. Это, было, я помню, ты рекламировал для вот. Да. Вот мы набрали и сняли вчера. Блин, походу, мы не найдем уже их, наверное. Они заныкались. Тут, походу, какие-то тынички, не знаю. А ты давно уже смотрел это? Че ты только сейчас заявку подал? Не знаю, но я просто... Я думал, я не приму. Да, не приму. Типа 500 подписчиков. Да ну, лох какой-то. Ну, все же чего-то начинают. 90 секунд, все, короче. Блин, нас... А, два хайдера всего осталось. Слушай, как их так быстро за это-то я... А мне кажется, это заборчики, потому что они сами беспалевые. Смотри, прикол, я сейчас выпаду из мира, короче. Где ты? Там блок, выпавший из мира, он там стоит. Его можно, наверное, как-то убить. Где? А он, наверное, забаганный уже. Он уже вообще, это капец. Слушай, я тебе покажу сейчас. Иди-ка сюда. А я возле Стива, мне показалось, что это ты. А, как круто. Так, где ты там? Я по нику посмотрю. Я возле фонтанчика. Фонтанчика, ну куда я иду? Ага. Так, я где? Прыгаю там такой на заборчике прыгаю. Так, ищу. Ой, а, вот вижу, что... Все, побежали за мной. Так, карта... слушай, может быть в этот поиграем? Видишь? Ты тоже выпал? А вот, кстати, я также и умер тогда. Это я был, это я. Это ты? Да. Эх ты, я тебя убил. Моя копия. Ты можешь прыгнуть, ты нет. Да я знаю, я возрождаюсь, точнее. Смотри, может быть в Госта поиграем, это интересно тоже. Я знаю Госткрафт, ну может и поиграем. Но сейчас можем еще записать и голодные игры. Мне просто как раз надо что-то записать, а то я, знаешь, каждый день просто буду новую серию ультра-хардкора заливать, и надо еще что-то позаписывать. Понятно. Хотя, знаешь, у меня записано материала на 300 гигов. Просто я не знаю, когда его смонтировать. У меня очень много записей. Но половина из этого всего говно, поэтому его надо удалить. А у тебя программа, она снимает с хорошим качеством, но плюс одно лишнее, у него она занимает много памяти. Да, да, да. Ну, она не то чтобы сильно много, но довольно хорошо. Короче, в общем, всем спасибо за то, что смотрели. Это вот первый раз мы поиграли в прятки Hide and Seek. В общем-то, сегодня со мной был Игорь, это у нас геймер-хакер, да. Вот. И... Или гейм-хакер, или геймер. Гейм-хакер. Гейм-хакер, вот. И сегодня еще с нами был Влад Мистер Горидан. Ну, его сейчас нет. В общем, всем спасибо за то, что посмотрели. Ставьте пальцы, подписывайтесь на канал. Всем пока!